Я снимаю сырную стену Баклы с ракурса ближнего, с такого, да? Именно в ней был построен пещерный город, ну, часть его, так скажем. Вот мы видим такие окна, иллюминаторы. Посмотрите, достаточно ровные окружности. Очень легко этот камень, эта порода поддается молотку геологическому. Именно здесь проходили наши геологические практики 23 года назад. Ну, о том, что эта стена легко поддается физическому воздействию, видимо, знали и тавры, проживавшие здесь в 5-13 веках. Отсюда их прогнал Златоордынский хан Нагай. Да.